13 октября выездная мобильная приемная губернатора Краснодарского края работала в Славянске на Кубани. В составе приемной были сотрудники структурных подразделений краевой администрации, жилищной инспекции, Министерства топливно-энергетического комплекса, департаментов имущественных отношений и внутренней политики, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью. Специалист правового отдела Государственного юридического бюро Краснодарского края в ходе приема оказывал бесплатную юридическую помощь. Также были задействованы сотрудники Министерства природных ресурсов Краснодарского края, Министерства труда и социального развития, Министерства здравоохранения, Центра занятости населения по Славянскому району и Краснодар Автодор. В работе приемной принимали участие первый заместитель главы Славянского района Евгений Колдамасов, заместители главы района, главы городского и сельских поселений, руководители управления и ведомств. За 4 часа приема было рассмотрено 40 вопросов как от жителей города, так и сельских поселений. Звучали вопросы, связанные с землей, ремонтом многоквартирных домов, санитарным порядком, начислением коммунальных платежей, работой уличного освещения, подсыпкой дорог, ремонтом ФАПов и учреждений культуры, вывозом мусора и другие. Представители министерств, которые не смогли выехать в Славянский район, вели прием граждан в режиме видеосвязи. Ряд проблем, озвученных в ходе приема граждан, был оперативно решен. Другие вопросы, поднятые во время работы мобильной приемной губернатора Кубани, взяты на контроль. По ним обозначены сроки исполнения. Уважаемые славянцы, если вы по каким-то причинам не смогли попасть на выездной прием, сообщаем, что по будням с 8 часов утра и до 17 часов вечера работает телефон горячей линии 4-11-12, по которому можно обратиться по всем волнующим вас вопросам, а также записаться на прием к главе Славянского района Роману Синяковскому.